Всем привет, с вами снова Эндрю, и сегодня поговорим о машине Калина 2007 года выпуска. Причина, точнее проблема, пропал задний ход, то есть первая, вторая, четвертая, пятая есть, а задний ход не хочет. Даже если сделать так вот, нажимаем сцепление, поднимаем, и ничего нету. Дело не в ку... Причина довольно простая. Это болезнь у них, я так понимаю. Просто надо приподнять. Здесь есть проводочек, который, видно, просто перетерся. Систему он просто не блокирует. Не раз блокирует заднюю передачу. Пардон, ножка была длинная. В связи с тем пропал задний ход на этой машине. Сейчас сделаем и посмотрим, что получится. Итак, господа, провод запаял. Конечно, не особо хорошо, но хотя бы держится. Поскольку клемму раздербанить мне просто нечем, как оказалось в итоге. Что было сделано? То есть... был притащен преобразователь напряжения на 350 ватт, старый добрый советский паяльник. Здесь, как оказалось, тоже пришлось паять. Сейчас фокус он поймает, надеюсь. И сейчас я проверил, все работает. Так что буду собирать дальше. Флюс. Немножечко припоя, проводки зачистить, напаять, теперь все работает. Единственное, конечно, бы не мешало бы еще бы заизолировать, но, как говорится, и так сойдет. Конечно, многие говорят, просто ставь скрепкой и не епи мозги, но стараюсь сделать как было, потому что сейчас у меня ничего практически нет. Ну, вот так вот было сделано. Ну, вот и все, ремонт окончен. Задние есть. Все тоже есть. Спасибо за просмотр.